Сказочно проводим время. Приехавшие в Алматы на зимние каникулы ребята из Экибастуза поделились впечатлениями. Напомню, отдых для 30 детей в санатории у подножия гор Зайлийского Алатау организовали члены партии «Аманат». Ребята лечатся и культурно отдыхают. Накануне они посетили знаменитый алматинский цирк, а теперь исполнили свою давнюю мечту. Покатались на коньках на высокогорном катке «Медео». Погода, к слову, в эти дни в мегаполисе радует гостей. Эмоции не передать словами, делятся отдыхающие. Тут очень классно, атмосфера классная. Тут есть горы, тепло, хорошо. Общение, новые друзья, круто. Очень нравится. Первый раз пришла в Медео. Ну, хотела всегда приехать сюда. Ну, все красиво, горы очень красивые. Воздух вообще другой. Очень нравится.